Зачем это ковырять? Задача ваша заключается в том, чтобы сплести участники, послушайте, для вас я рассказываю. Слушайте все меня, да? Слушайте. Задача ваша заключается в том, чтобы сплести косичку. Как известно, пираты очень любят плести разные морские узлы. Вот косичку своим девчонкам они любят плести еще больше. Поэтому сейчас вы не отпускаете веревки, не передавая ее, будете сами переходить и плести косичку. В конце кто заключит самую красивую косу, самую ровную и быстрее всех завяжет на конце узелок, тот проходит полуфинал. Остальные троечки участников у нас покидают вашу сцену, но с такими заключительными призами. Итак, я думаю, все готовы. Вот на счет три мы начинаем. Раз, два, ну и, конечно же, три. Поехали! Тот далеко, тот переступает так. Главное, что получилась именно косичка. Если вы хотите приходить на такие мероприятия и быть узнанными, быть распознанными, и быть всегда узнаваемыми, то приходите в костюмах как компания «Карнавал.нет». Там вы сможете заказать по собственному дизайнерской разработке свой костюм. И будете поражать на любом мероприятии качеством, красотой и необыкновенным стилем своего костюма. «Карнавал.нет», заказывайте у нас костюмы. Ваш праздник удастся на все 100%. Итак, у нас здесь что творится, что фанаты там решают. Как юбки-то очень, конечно, с такими ушами. Дыхание понятно. Это не каждый сможет. Ну так вот, на самом деле, шла как шоу. Посмотрим, кто что сможет. Кто перешагивает, кто перепрыгивает. Ой, все, уши потеряла. Слухи нет, осталось воняние, зрение. Что там еще? Осязание. Народу у нас совсем мало осталось. Ну и не надо, у нас здесь на сцене интересно. И возможно, жизнь будет в этом раскидываться просто так на лапу. Так, ну давайте уже ближе к концу. Только конец будет близко, завязываем узелок, поднимаем косичку. И выигрываем свои призы, наверное. А может, не отдам, не знаю. Так. Что ты у нас здесь? Завязывает, узелок завязывает. Узелок завязывается, узелок развяжется. Стоп, есть она, ну давайте, отпускайте, вам сейчас посмотрим, чья коса была лучше. Пускай, все, узелок есть, не распутайте. Сейчас я музыку почище сделаю, чтобы было понятно, кто у нас. Ребят, давайте поднимем косы над собой и посмотрим. Там вот дадим посмотреть кубики, чья коса победила. Так, первая коса это вот у этих, у команды розовых зайцев. Понятно, так. Все, тихо, замолчали. Теперь другая команда. Команда «Синих розовых». Так, сейчас попробуем еще раз. Первая команда «Розовых». Ну а теперь давайте, «Розовые», давайте, внимание. Слушайте, на том и сыграло. Давайте последний раз, последний, третий. Простите, но вот та команда победила. Вы, к сожалению, получаете такие вот утешительные призы в виде футболочек. Можно я пройду? Можно параллельно. Параллельно. Построишь, да? Раз, держи. Раз, два, три.